Урок четвертый. Задача первая. Упростите выражение. Давайте сначала раскроем скобки. 6 надо умножить на 2х. Будет 12х. 6 на минус 3. Минус 18. Минус 5 на 1. Минус 5. Минус 5 на минус 3х. Плюс 15х. 12х плюс 15х – это 27х. Минус 18 до минус 5. Складываются отрицательные числа. Надо сложить модули. Значит, и получится минус 23. Ответ 27х минус 23. Задача вторая. Может ли число, противоположное разности чисел 0,2а и 0,6b, быть равным 1/6 разности чисел 3а и 5b? Давайте запишем вот число, противоположное разности вот этих чисел. Может ли это число быть равным 1/6 разности чисел 3а, вот, минус 5b? 1/6, значит, эту разность можно разделить на 6. Вот и получится 1/6. Давайте теперь домножим обе части равенства на 6. И раскроем скобки. Если перед скобками минус, значит, раскрывая скобки, надо поменять знаки на противоположные. Раскрываем скобки и умножаем обе части равенства на 6. Что получится слева? Минус 1,2а плюс 3,6b. А справа 3а минус 5b. Так, теперь давайте с одной стороны равенства запишем слагаемые с множителем а, а с другой стороны равенства слагаемые с множителем b. Что получится? 4,2а равняется 8,6b. Можно ли назвать такие значения а и b, чтобы это равенство было верным? Да, можно. Как один из возможных вариантов, а равно нулю и b равно нулю. 0 равен нулю. Вопрос, может ли? Ответ, да, может. Например, а равно нулю и b равно нулю. Задача третья. Сколько десятичных знаков после запятой содержит сумма вот этих двух чисел? Первое число. Первое слагаемое. 4 знака после запятой. То есть это 81 десятитысячная. Второе слагаемое. 3 знака после запятой. 378 тысячных. Значит, значение суммы содержит 4 знака после запятой. Задача четвертая. Три отряда собирали макулатуры. Первый собрал 85% того, что собрал второй. Третий отряд собрал 60% того, что собрали первые два отряда. Какой отряд собрал больше? Допустим, второй отряд собрал, скажем, x килограммов макулатуры. Первый 85% от x. Процент – это сотая часть. Значит, первый собрал 0,85 умножить на x. Первый и второй вместе собрали 1,85 x. 60%
От этого получится 1,11 икс. Вопрос, какой отряд собрал макулатуры больше всего? Больше всего третий отряд. Задача пятая. Сумма двух чисел 237. У одного из них цифра единиц равна 6. Если ее зачеркнуть, то получится второе число. Найдите большее число. Если сумма двух чисел – это трехзначное число, одно из слагаемых оканчивается на 6, а потом, если шестерку зачеркнуть, получится двузначное. Первое слагаемое можно представить вот в таком виде. Это трехзначное число, где А – сотен, Б – десятков, 6 единиц. Если 6 зачеркнуть, то получится двузначное, где А – десятков, Б – единиц. И значение суммы – трехзначное число 237. Обратите внимание на последние цифры. Первое слагаемое оканчивается на 6, второе оканчивается на B, значение суммы оканчивается на 7. Сразу можно назвать значение B. 1, только 1 подходит. 6 плюс 1 – это 7. Значит, B – 1. Если B – 1, давайте запишем вместо B единицу. И теперь назовем значение A. А равно 2. Только в таком случае получится сумма двух чисел 237. Надо назвать большее число. Большее 216. Таков ответ.